Спасибо. Вы проголосовали. Мы выбираем для себя жизнь, продолжение жизни нашей. Пускай даже если мы пенсионеры, но мы хотим жить хорошо, правильно. Хотел просто осуществить свое право выбора президента Российской Федерации, поэтому пришел день выборов и сделал это. Да. Каждый человек должен сделать свой выбор, потому что это гражданский долг и будущее нашей страны в наших руках. Выбор президента – это фактически выбор нашего будущего. А у меня очень хорошее настроение, у меня вот будущее на руках, поэтому мы пришли голосовать. Это решающий день для страны. Вот президент, который управляет страной в конечном итоге, что еще тут говорить? От него за решение зависит вся остальная наша с вами жизнь. И моя, и ваша, и остальных. Вы знаете, за светлое будущее моих детей, внуков и народа нашей великой многонациональной страны. Нам в этой стране жить, нам вместе, да, строить будущее, также воспитывать наших детей, и мы хотим, чтобы эта страна была лучшей. Запечатлели? Все, поехали.